Я понимаю, что армянские боевые подразделения были на территории Азербайджана, конечно. И азербайджанцы даже взяли знамена, но это на территории Азербайджана, Надана все-таки. Давайте называть Карабах Карабахом, давайте так, ладно, а то мы с вами до утра будем сейчас спорить. Нет, Надана, Карабах это Азербайджан, я спорить не буду. Кто хочет, пусть идет к азербайджанским солдатам, и они ему объяснят, что и где, и чья территория.